Доброе утро, друзья. Мы с Васей на Барабашово. Вокруг, ребята, зрелище. Вот такое вот, видите. Кепки у нас, кстати, новые. Заценили уже? Вот. На фронт ищем несколько позиций. Вот они, носки. Вот здесь парень торговал, вот на этом месте. Вот что осталось этого носку. Здесь я всегда покупал. Ничего, сейчас еще пройдемся по рынку. Посмотрим, что здесь. Может, кто-то открыт, вывозит свои вещи. Аккуратно, говно. Капец. Ребята, мы на Барабашово ищем для фронта. Попросили нас. Попросили известный вам всем Сергей, председатель. Перчатки нам дали бесплатно, 120 пар. А рынок вот так выглядит. Хотим найти где-нибудь шнурки и носки. Вот так вот, ребят, выглядит один из рядов. Здесь вообще контейнеры расплавились, Вась, глянь. Угу, поплавились. Просто поплавились вот стояки. А что то горит? Да не горит, там к машине их возишь. Там нету такого. Там, кстати, могут быть шнурки, не? Вот такая, ребята, картина. Картина маслом. Батарейки. То, что от них осталось сегодня. Это батарейки? Батарейки. А, да. Я думал патроны, слышишь? Батарейки. Я думал гильзы. Ребят, вот наши друзья-афганцы. Это то, что осталось от батареек. Кошмар. Целый контейнер. А не один, он двойной. Десятки тысяч долларов у каждого, ребят. Просто. Просто жесть. Самая настоящая жесть. Посмотрите, что творится. Как будто ты идешь в каком-то фильме ужасов, в каких-то декорациях. Как будто все это не с тобой происходит. Здесь, смотри, поплавились крыши, лестницы. Вот люди есть. Живые люди. Микроволновки, пожалуйста, печки, блин. Тут вообще бешеные деньги все это стоило. Посмотри, у людей просто вот остались на полках. Как лежал товар, так и все. Кошмар. Кошмар. Просто. Это тоже все батареечные. Магнитофоны где-то здесь продавались. Ребята, мы снова в работе. Вот, вот этот подъезд. С нами сейчас спецагент Елена. А знаете, зачем мы ее взяли? Потому что мы с Васей не хотим снова идти на 13 этаж. А Лена у нас кроссфитерша. И говорит, мне нужна разминка. Поэтому мы на первом адресе. У нас, ребята, бабушки, посылочка. Сейчас мы обслужим пенсионера. Да. Валентина Алексеевна, мы свои, но чуть-чуть другие, да. Возьмите, пожалуйста, вот вам передали от клуба Альянс, от нас, от ребят, от всех. Возьмите, да, вот мы поехали. Альянс у нас были другие. Были другие, да. Привет вам передали. Все, мы поехали. Что, Бог, Маслович? Вы так красиво, я все снял. Удачи вам, до свидания. Удачи, с Богом. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вам не можем. Сейчас открываем. Мама, я кто-то знает, вы знаете, да? Понял. Не, я не знаю. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Это нам для личного отчета. Ну, да, я же понимаю. Там машина открыта, чтобы там народ там разный. Там мы быстро пойдем. Народ разный ходит. Не за что. Спасибо. Не за что. Как у вас? А по лекарствам все есть, да? Валерьяночка есть. Валерьянка я вам положил. Я вам положил. Все, держитесь. Давайте. Спасибо. До свидания. Город Харьков, ребята. Просто, как будто мы в какой-то другой реальности. Посмотрите. Расстрелянная машина вся в пулях. Любимая, как тебе? Ну ты ж кроссфитерша. Размялась. Бабуля рада? Да, очень. Все в порядке? Люблю тебя. Ой, мам, как мне тут... Слава Украине! Героям слава! Все, мама, я вас кохаю, давайте. Смотрит Зеленского.
кушает. А, извините, что мы помешали вам деньги прятать. Мы тебя тоже. Сережка, тебе от Красного Креста здесь передали таблетки. Вам чай сделать. Это бесплатно, но там не все есть. Посмотри список, Сережка. Пенсионеры придут, я отдам. Окей. Ребята, Виталик, привезли нам куча вещей. Народ ковыряется, выбирает. Детям, взрослым, спасибо вам огромное. Да. Да, теплые вещи, видите? Что хочешь, короче. Здравствуйте, здравствуйте. И шапки, и куртки. Тут даже вот подписано, видите, что присылали. Спасибо огромное всем, кто помогает. Вот нам привезли столько хлеба. Сегодня будем раздавать в школе. Поедем по районам города. Будем людям раздавать хлеб. Зачерствеет. Бери, бери. Давай ты еще. У нее 8 человек семьи. Берите, соседу, это большое спасибо Ивану, хорошо, который предоставил хлеб для YouTube-канала «Лавка удовольствий». Сашу подменяем. Там можно, смотрите, чтобы он не испортился. Можно вас попросить? Вот. Встаньте, пожалуйста, рядом, мы вас фотографируем. Специально для YouTube-канала «Лавка удовольствий» от клуба «Альянс Доброчинность». Хлеб. 15-я больница, институт неврологии, правильно? У нас сегодня раздача активная, окорочка, крупы, рис. Что это такое? Печенька? Да. Это домашняя, там было написано, что она от кого-то из дома. Вкусно. Хлеб. Лук. Картошка. Морковку уже раздали, да? Детям. Вот такая штучка у нас есть. Молоко якось коровище. Стерилизованы від 9 місяців. І є дитяче питання. Ребят, всі, хто нам допомагає, спасибо огромне. Пашка, як дела? Нормально, хліб тільки що відвезли в інститут. Я отримав твоє відео. Довольні люди, так? Да? І от це от у нас памперси. Здесь, ребятушки, всім спасибо огромне. Вчора нам Женя, дівчинка, дала, ви бачили. Какие-то смеси, я уже тут перебери, короче. Вот эти все штучки, все есть в наличии. Выдаем, спрашиваем. Влажных салфеток нам Женя дала. Ребята нам привезли, мы им снимали ролик, различные памперсы. Поэтому все, пока. Вот такая вот движуха, работаем.